Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди. Микрофоном по-прежнему я, Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Сталкер Чист Небо. Остановились на том, что я залез на кучу мусора в поисках артефактов, но не на что. Ты чё? За что? Дали мне опасный уровень, радиации накинули, я же вообще ничего не сделал еще. Еще. Как что-нибудь сделаю, пожалуйста, накидывайте сколько хотите, но я пока добрый. Я же ничего вам не сделал. Я хочу потом заглянуть в этот местный кидалобанк. Там есть одни интересные товарищи. Прямо пообщаться. Экс. Труп. Аптечка мне. По труп. Чего мне? Три труп. Чего мне? Четыре труп. Отдал Плыкуту деталь, которую ага. Мы нашли в Суроне. Но Плык долго матерился. Сказал, пока не найдем остальные детали, денег не даст. Мы посидели, репы почесали, в общем, решили отправить в догонку за ним Васина. Васина язык без костей. Ну, глядишь, и уболтает Плыка дать хоть часть денег. Только да, конечно, уболтает. Ой-ой-ой, опять залез в опасно. Да ё-моё, потратил. Потратил все, что можно было потратить. Как мне туда залезть? Радиация опасна. Моментально бьет. Да я понял. Подожди. Пират последний вот использован. Дело. Что делать-то? Это кто? Мутанты. Да, мутанты с спином, который как бы, ну, сами понимаете, кто он. Явно не Васян. Я вот не знаю, а что будет, если я, ну, так вот возьму и в нас... Осторожно, мужик, тут собак дофига! На камни быстро лезь! А давай, я к тебе залезу. Далеко от меня не убрал. Ну и где собаки твои? И чё? Послей, да? Обязательно. Сейчас приманим. Я умею. Фу, 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 сволочи! Отстаньте от меня! Да больно ты им нужен. Бам, бам, блин, два раза рядом. Молоко. Бах, бах. Давай мочи, мочи. Пошли вон, шавки недоделанные. Да куда ты слазишь-то? Не, хотя... Хотя лучше бы ты слез, брат. Не дергайся. Фу, 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 сволочи! Отстаньте от меня! Все, последняя? Нет, не попал. Попал. Нас так просто не возьмешь. Болт вам ржавый. Огонь, огонь! Вот спасибо, мужик. Я сделал правильно. Поверьте. Это стая собак. В общем, они меня от Плыка отрезали. Думаю, он двинулся на восток, в сторону Темной долины. Что-то у меня, знаете, такое чувство, то, что что-то пошло не по плану. О, свиноты! Охота и рыбалка. Канал есть такой, короче, на телевидении. Там дяденьки всякие на охоту ходят, ну и рыбачат, но я больше всего смотрел, как они охотятся. Как бы, вот. У меня дед охотник. Как бы и меня пристрастил к этому делу в свое время. Такой фигней кабаны не занимались. Как бы я на кабанов-то особо не часто куда ходил.
Я хочу до кидалов дойти. Я, конечно, понимаю то, что нам можно, по идее, двигать сразу же сюда. О, блин. А есть продать в первую очередь. Хотя можно у чистого свободовцев продать. Давайте дойдем до наших многоуважаемых бандитов. И бандитос, гэнгстритос. Я потому что обычно убивал их всегда. То есть я с ними не скорешил. Короче, не корешил. У меня с ними отношения очень. Сейчас я хочу как бы попробовать поболтать. Как они мне вообще скажут. Завтрак я захавал. Алло! Пацаны, открывайте ворота. И вход с другой стороны. Козлы. Обход идти. Вот нет бы сделать какую-нибудь дырку здесь, чтоб я мог зайти. Нет, зачем это все? А вот там вот, я походу вижу. Энмели. Там, возможно, что-то и есть, но я хочу получать критическую дозу радиации опять. Есть водяра, чтоб ее. Забавно, водка производства компании GSC. Хорошо пьется, забирает воздействие радиации, хотя злоупотребление ею не злоупотреблять. Если это. Так. Руби не так много осталось, но это в какой-то степени хорошо. Я не особо любил паек стрелять. По крайней мере, в данной серии игр. Я больше почему-то дальнобойного. Здорово, пацаны. Ровные, да? Я бы с вами это поторговать хотелось бы. Техсервис. Давай. Так. Что делаешь, брат? Отдыхаешь? Мы с Сенькой клиентам завсегда рады. Тебе... Давай, прозрачный. Тебе что нужно? Уже идешь? А то бы дернул с нами на коня. На коня дернуть с вами? Я 9 рублей-то, брат, нету. Нет, подожди, сначала к торговцу к вашему, помню, зайти. Попробовать поторговаться. Уже тут париться. Так не паритесь. Ну, чё там у тебя? Зуб. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Ну оттуда же откуда ни хрен. А, кстати, смотри, у него более-менее адекватная цена. Вот ружбайку за 600 продает, аптечку за 450, нормальный цен. 300 рублей за бин. Сколько за этот возьму? Сколько? 119 рублей. Ты, брат, попутал, по-моему, не? Восемь рублей за пистолет, ты чё? Ты гонишь, что ли? Подожди, я коллажи скупаю. 87 рублей? Подяру хотя бы скупает, по норм. Не, я с вами дел иметь не буду. Вы какие-то мутные пацаны. Ой, Вейт, а кто тут у нас такой красивый нарисовался? Здорово, Йога. Короче, не хочу я с тобой. Ну, считай, потрещали. Хочу с тобой никаких отношений. Я из-за этот дзынь. Сейчас уведомление. Короче, Йога какой-то тоже мутный тип. Я не хочу вступать к бандитам. Как-то на них работать тоже не буду. Я чисто такой нейтрал. Я бы, если можно было, я бы даже с этими самыми. Если твоя... О, Боров, здорово! Сейчас бы... И учти, трещишь да поменьше, поживешь дешевле. Подольше. Чё худенький здесь?
Я бы, если честно, и с монолитовцами закорешился, и вообще со всеми. А то чё? То как-то не кайф. Это получается, я не со всеми дружу. С военными бы дружил. Ну чё, подырявим пташек? Давай подырявим тачек, пташек. А, у меня игра на интерес, на деньги или на рекорд. Чё из этого по душе? Давай на интерес. Тренировочка, да? Правила рубишь? Давай. Мой 4, да. Оно всегда круто, падальщиков чернокрылых покромсать. Ну ты чё? По крыльям, бей! Так, надо понять, куда стрелять-то надо сначала. А, 40 секунд. Да вон она полетела, ты чё тупишь? Да не туплю я, подожди, я стрелять пытаюсь. 2, 3. Сколько сильно на опережение надо стрелять, чтобы попадать? А патроны кончаются, брат. А прям... Давай, гаси! Заходи пошмалять, браток. Так, рядить потом будет, у тебя же время идет руби. Люблю, понял. Когда перья в воздухе кружат. А если? Не, это по-моему ну, тоже. Ну, типа бывает, давай еще попробуй. Вот это пацан, вот это выдал. Давай, хочу, давай на еще раз на интерес. Так, давай стрелять. В куски, в куски! Ну, с калаша я не буду же стрелять. Давай, приготовился. Ты чё, вообще стрелять не умеешь? Не, с этой фигни точно я не попаду никогда в жизни. Заклинило? Ты чё? Нормально у тебя общались? Да ты гонишь. Короче, это, по-моему, вообще не моя игра. Давай, я поверю. Да всё, в жопу у меня патроны. Ну чё, подырявим пташек? Оно всегда круто. Да все, в жопу. Патроны кончились. Вот так вот. Плох я по жизни. Даже в птицу попасть в какую-то тану не мог. Да пофиг то, что я вышел из зоны. Ой, не то хотел. Хотел сюда вот нажать. Так. И что у меня? Это сейчас будет бесконечно висеть? Все. Кончилось. Да я чё, потратил все патроны, которые были, блин, эту фигню у меня за 119 рублей хотят купить бандиты местные, вообще охреневшие. На калаш я патроны тратить не буду, я их тут копил столько, старался. А чё-то там пацаны взрывают. Мы не хотим стрелять, мы просто наблюдаем. Это кто? Короче, все. Чтоб время зря не тратить, встретимся с вами уже на переходике, да? Правильно. Если что-то интересное, я включу. Так, ну все, что, я подхожу к переходику. Вот он, как раз таки, ментально. Ну... И сейчас мы с вами повидаемся с свободовцами. Интересные ребятушки. Темная долина на карантине. Хорошо. Спрячь оружие и не дергайся. Не дергаюсь. Если достанешь ствол, пристрелю. Понял. Стой спокойно, брат. Стою. Больно не будет. Опять гоп-стопа эти. У меня 360 рублей, пацаны, больше нету. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой, что здесь делаешь? Я наемник, ищу сталкера по кличке Скорее Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачивать. Почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действует профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Хорошо, спасибо за информацию. Все, пацаны, я мирный. Меня не трогайте, окей? Все хорошо. Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось.
Да базару Зиро, давай сбегаем. Сейчас добежим, посмотрим, что у них там за прикольности какие-то начались. Опять воюют с кем-то. В сталкере вообще не обходится ни минуты без какого-либо выстрела. Пацаны, живите в мире по-братски. Вот что не живется, а? Вот, вот придумали вот эти вот бах-бах свои. Я понимаю, там для цели охоты, но... Охоты же на людей, ну зачем это все надо? Марта, Марта, говно Марта. Так. Патруль 4, ответьте по-братски. Вас пацаны просят. Ответить на сигнал СОС. Да-да, сейчас отвечу. Понять бы, у кого рация-то еще, чтоб ответить. Пари. Собаки сраные. Вот это самый страшный враг в игре. Собаки. Я ответил, типа, да, или чё? Двигаемся дальше. Вот он мне постоянно пишет, что-то надо кому-то от меня, я вообще ничего не... Я занят, я тут вот с ребятами пытаюсь. Мне... Почку! Я страйк думал сбить, собью. Хорошо. Хорошо. Я хочу сразу же посетить таких товарищей, как Азот и Ашот. Нет, Азот это... По-моему, да, это... Или Яр, Ян, Яр. Дядька Яр. Нет, Азот. Винтики. Здорово. Слушай, повезло тебе сегодня, чего дорогой. Изволишь? Только сейчас куплю задорого, продам задешево. Я тебе один умную вещь скажу. Уже подороже, уже поинтереснее. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Да в смысле не главное? Все главное ты паришь. 9. Большая у него так-то на 7500 он продает, а она недорогая. Пачку по 405 продает, бинт по 207. Уже адекватная. Ну я бы куда-нибудь сбагрил на самом деле вот эту хрень. И ружбайку бы, наверное, уже потихоньку надо избавляться. Или пусть будет. Марту надо точно сбагрить. Килограмм сбросили. Хоть как-то. Денег вообще ни хрена. 509 рублей, господи. Я что с ними делать-то буду? Значит, не починиться, ничего. Это что такое? Комендант. Здорово, коммент. Там как в общаге, да? Бардак и проходной. Мне нужен сталкер по прозвищу Клык. Слышал о таком? Лично я его не знаю. Недавно заходил к нам один бродяга. У него и наш... И у нашего верхнего какие-то свои личные... Только разговаривали они без свидетелей. Может, это твой был? Не знаю. Как мне попасть к лидеру свободы? А резкий ты малый. Тупонос. Значит, пока база на карантине. Опа, уидиенции верхнего не может быть и речи. Тем более... С другой стороны, если, скажем так, окажешь нам одну услугу, замолвлю тебе словечком. Да как, берешься, выкладывай, в чем дело. Возле базы пси-собака завелась. Прохода не дает. Как запах еды из бара почует, все, туши свет, начинает ломиться, как дурная. Давай, питай ее уже нет. Иди лучше монстров стрелять, а то людей отработает. Хорошо. Эти и многие другие возможности... Где она у вас там? После в ряды. Ну да, долго
Алло, я в яму какую-то провалился. Короче, долго по сусалам они хотят надавать, мы не хотим надавать. Долго нормальная тема. Пацаны никого не обижают. Мы их трогать тоже не... Ать, прям в радиацию башмаком залетел. Ну чё, мразь, где ты тут? У меня для тебя прикол есть один, смотри. Вот и все. Чё, я ради этого прыгал через болото? Ну это несерьезно как-то, если честно. Ты это... Блин, знает. Тут у меня какие-то непонятные сообщения приходят. Хотят меня закладчиком устроить работать. Но я, пожалуй, откажусь от данной вакансии. Что-то больно она какая-то мутная. Вот. Пока ну, я вон со свободой могу затусить, то же самое на самом деле будет. Я думал, что летает? Этот... Сталкеры, это зона... А, свобода. Ну кто там? Как успехи, наемник? Чё, ну что? Погнала тебя собачка. Имеет значение, главное, тварь мертва. Отлично, теперь будет задача посложнее. Но доставить боеприпас нашим на дальнем форпосте. Дуй прямо к Ашоту. Это наш торговец, он расскажет, кто и куда именно тебе доставить. Хорошо, понял, спасибо. Всякие. Да в смысле всякие? Я тебе только собаку убил, которая типа, ну, вам типа мешала. А я ее бах-бах и все. Привет, приятель. Я от коменданта. Чего? А, все-таки нашелся герой. Почему герой? Да. Да, все понимаешь, боятся нос за ворота сунуть. Нападение один за другом. Я думаю, это не люди, это нечистая сила. Мы слушаем, стреляют. А, мы слышим, стреляют. Мы бежим на блокпост 2 минуты слышай. А ребят уже не живые. Короче, понятно. Ай, молодец. А счет будет с тобой теперь внимательней. Ой, какой классный, мне он прям нравится. Вот он топовый. Таких бы побольше в зону нам. Да, с вами, да? Вот и я также считаю, что да. Так. Опять стреляют. По кому опять стреляют, непонятно. Ну, понятно. Чехов. Чехов это главный свободовец. Такс. Блин. По идее же здесь... Нет, да? А я сейчас себе подлутаю здесь что-нибудь. Ой. Купился аккуратненько. Это все, давай сюда мне. Все автоматы, все пулеметы. Все, что есть ваше, будет наше. Давай, мне сюда. Перевес? Черт, вот это облажались. Ох, комендант, сука. Трепал, мать его, что на блокпосте патронов полный ноль. А свободовцы твоих наших ранили. Хватит болта. Заметаем следы и сваливаем. Так. Какая-то херня у нас тут происходит, неизвестненькая. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся, чтоб я дотащил вот этого вот дяденьку. Давай. Я дотащу этого дяденьку прямо в свободе. Этого же, да, вот. Данного молодого человека по имени Алекс Важный. Короче, спасибо, Алекс Важный, за ваше указание, оказание услуг в плане доставки. Вернемся буквально через секундочку, встретимся у Ашотика, все нормально. Не, я не один же это вижу. Смотри. Есть? Нету. Эй, подходи, если магия вне Хогвартса. Да, Ашот, я сейчас с тобой-то наторгую. Здорово, и разошлись, как в море. Держи. Вот это то, что ты мне дал, это тоже тебе. Все тебе. Смотри, спасибо, уже 1400 наторговано. Давай все сюда, остальное. Слушай, парень, здорово, я тут тебе один парней твоих только как бы облутал. Слушай, тоже не обижайся. Не главное, понимаешь, да? Да, иди вот ты давай. Тоже не обижайся. А вот тебе тут.
Да, и вот это да, тоже забираю. Давай вот эту мне оставляй, а вот эту договорились, договорились. Все. Кайфом. А, вот уже хотя бы 3000 ламии. Это радует. Хоть какой-то бабосик. Блин, я думаю, винторез продать или нет? Нам по идее еще не дадут. А пока на него все равно денег нет. А с другой стороны, как бы... Очень смысленно. Сказать, не очень здраво его будет сейчас что-то с ним делать. По некоторым причинам, которые нас настигнут в дальнейшем. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходи, сталкер. Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Угу. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы, раз и всех положили. Так. Ребята уже думали, может чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мастырить. Так. А оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию о всех наших передвижениях сливал. Крыса паскудная. Неприятный парень. Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А так. Он продался, скотина. И где теперь комендант? Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Я слышал, у вас был сталкер по кличке Клык. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Угу. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Ты не знаешь, куда он мог пойти? Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро неким будет базу от бандюков защищать. Угу. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать Клыка. Идешь, что должен сделать? И доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать Клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скину. Ну все, договорились. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. С иглы, давай. Сейчас, нет, не могу я в эту дрень вылезти. Сейчас мы этого коменданта отимеем. Но я только хочу забежать к вам сначала, ребят. Вы там деньжат вроде как хотите насыпать, а я как бы... Держи 5, бро. Так, тоже. Вот. Спасибо. 500 рублей. Какие они ламповые оба, вот прям я не могу с них, они такие прям прикольные, прям кайфовые ребята. Вот я как бы, ну, на такой же волне, если там со мной поближе познакомиться, я там, в принципе, тоже про пиписьки люблю пошутить. Ну да, есть у меня такой грешочек. Ну, не только про пиписьки, я про все люблю пошутить, поболтать, ну, вообще открытый человек на самом деле. Икс. Даже тут где-то собака шарится, я бы ее насадил куда-нибудь. Во, все. Еще одна. Че спишь? Сидит, спит в наглую, ты прикинь, что? На работе и спит. Она должна на меня нападать так-то, между прочим. Я тут самый так-то важный перец. Все, энерджайзер у меня закончился опять. К сожалению. Сейчас еще веса поскидываем немножечко. Надо было водку продать. Она так-то по 0,6, ни хрена себе водяра. Принято. Принято. Куда сказать-то, чтобы погромче было?
Ни хрена. Иду я, иду. У меня это... Вес много. 31,3. 30 кило на себе тащит. Так-то солидно, на самом деле. Ну, считай, что. Ружье, винторез, калаш, 700 патронов. О, я хочу тоже лимончик закинуть пацанам куда-нибудь. А не могу. О, могу. Хана тебе, дядя. Лови. Калаш. Калашом вообще не пользовался, ведь почти что. Нак, минус. Минус. F5. Минус. О, куда в меня-то? Сдурели, что ли? Падай. Ой, я сколько сейчас буду тащиться-то. Я у шоке. Чё, мразь? Подожди, кто-то еще? С этой стороны, да? Все, упав. И патронов-то немножко потратили. Все, КПК. Он реально на дереве сидел. Дебилы. Так. Я заберу только патроны и стволы у вас. Опа. Здесь же по-любому что-то да есть. Вот аптечечки, бинты. С кайфом. Еще хочу. Не, больше не дадут. Давай сюда. Эти марты продавать вообще, мне кажется, без толку. Тоже это особо дорого выходит. Давай. 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 Сколько груз? 45 кг. Пойдет. Что можно? Что позволяет? О, калаш. Калаш, патрончики на него. Сколько? 48. Пока влазим. Пока влазим. Рамочки. И еще. О, здесь вообще смотри. И модификация есть. А вот это, кстати. Темпу стрельбы только подкрутим. Расстрельность — это не наш выбор. Я предпочитаю стрельнуть по не так часто. Короче, стрельнуть меньше, но попасть больше. Так, давай, проводничок. Не, ну это хамство. Убери. Куда можешь меня отвезти? Ангар дядьки Яра, темная долина, пол завода, свалка, барахолку. Давай ангар дядьки Яра, погнали. Наконец-то я пользуюсь еще раз услугами проводника. Это круто. Спасибо, что довели меня сюда, ребята, а то у меня тут... Блин, ну так-то бы по-хорошему можно бы было перейти на натовские пушки. Типа тут и прицел есть, и хреноцел, там все, что хочешь. Слушай, Павел, здорово, и разошлись, как но в море корабли. Я, наверное, предпочту все-таки... Калаш? Натовская хрень. Ага, подожди, а где мой калаш? Вот мой. Тоже забирай. Брал? Забрал. Калашик мой у меня будет. Верный калаш. 2600. Ну, не густо. Не густо. Здорово, ай, молодец! Ай, обманул. Да не обманывайся, брат. Будет расчет с тобой теперь внимательнее. Давай еще дроби чуть-чуть подкуплю. Так, чтобы было на всякий случай. Да, я пока так. Ага. Все, потом заглянем к дядьке Яру, как сейчас здесь завершим работу нашу с вами. Здесь же нет быстрого подъема к нему. Нет, только вот здесь. Как нельзя. Мог как-нибудь побыстрее ему попадать, но нет, к сожалению. Только так. Проходи, сталкер. Спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные СПД коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет.
Тогда получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Наверное, вот долго. С ответами не очень, но это уже моя забота. Что насчет клыка? Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. Уши внимательно, уши развесил. Редкие детали. А мне стало интересно, с какой это радости ему вдруг понадобилось это рухлить? На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА, клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он, чё, на свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул. Так что спасибо. Дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Спасибо за информацию. Ну что, поможешь свободе еще раз? Да давай, чё? Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где эта нора, и подорвать ее к чертовой матери. Как ты собираешься найти лаз наемников? Это же как поиск иголки в стоге сена. В долине есть одна старая установка, еще с советских времен. Так. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Так. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Позару, Сиру. Удачи! Заходи, если что. Давай, зайдем. Такс. Пиплс. Это что, свобода, получить награду? Это что? Захватить лагерь, захватить и удержать антенны для скачивания. Блин, ну давай! Серия сегодня может получиться подольше, чем обычно у меня получается. Но да чё, я хочу побегать, выполнить их заказики. Ничего, в принципе, в этом такого нет. Только давай я, наверное, через этого проводника буду ходить. Вот ты можешь меня отвезти, темная долина. Пол завода. Темная долина. Пойдем. Главное куда-то с базы подальше вот метнуться вот к той стороне, в которой они тусуются. Да, пойдет. Пойдет. Нас запалили. Ну давай сейчас мы их тоже подпалим тогда, чё мы? Хуже что ли? Да, зарядил. Блин, вообще реально можно было, можно. Перейти на натовское оборудование, а именно пушки взять вот. Которыми они пользуются. Но мне это пока не надо. Мне и калаш устраивает полностью. Тихо, пацаны, по мне не стреляйте. Я свой. Я их даже лутать, скорее всего, не буду. Но мне особо деньги не пригодятся. Все, все легли. Я вот пройду с них, наверное, аптечки пособираю. Вот этого вообще никого нет. Это чё? Чё? Держать точку. Да, удержали с кайфом. Или чё, взять, попробовать пострелять? Да не, не буду. Я чё-то ну, прям как-то, знаешь, неохота. Как-то калаш, оно такое, что-то типа родное, не знаю. А это вот... Ты чё, брат? На аптеку. Я там налутал с какого-то щела, тебе поможет. О. Бежит, тоже на. Твоих поддержим всем, чем можем. Только калаш я у тебя заберу. Меняй, брат. Патроны мне надо. Можешь забрать. Ты там найдешь себе что-нибудь, там натовского много. А вы любите, я знаю. Такое интересненькое, нифига кровотечение съело. А чё меня это? Армейские аптечками решили покормить сегодня. Видимо, они вкуснее. Когда здоровья меньше. Вот я же тут был. А, ну все. Отличная работа. Все антенны у нас под контролем. Начинаю сканирование. Так, сканирую. Засекли координаты тоннеля. Район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину прут наемники. Всем группам...
действительно, откуда они идут? Также непонятно вообще, прям ни капельки. Война группировок. Я не в группировке, к сожалению. Ну или к счастью. Для меня, наверное, к счастью то, что я не в группировке. Потому что я сохраняю какой-никакой нейтралитет. Стараюсь, по крайней мере, это сделать. Я прям как ведьмак. Только я не седой. Я больше на Ламберта похож, да? Я красивый, такой же, сексуальный. Охренеть, тут пацаны стреляются жестко. Я с вами хочу. Ё-моё. F5 на всякий случай. Ой. Сбоку откуда-то прилетело. От своих же, походу. Так, минус 2 там. А с чего это они поливают с такого тихого, интересного? Эти калашисты. А, вот он. Тише вы. Напали на меня. ПНВшечка. Отработал. Не отработал. Отработал. С кайфом. Давай птички мне сюда. Вот здесь вот что-то должно быть. О. Подствольнички. Ты что, бессмертный? Или что, в себя там поверил немножко? Я ж это быстро поубавлю ваше стремление жить. Пал. Тикс. Давай немножко попробую вот так, совсем капельку для разнообразия, так сказать. Для разнообразия можно и с этого побабахать немножко. Не надо, дядя. Каких лимонок? Только, по-моему, проблема есть в том, что патронов и врагов не особо много осталось. Самое главное, что врагов немного. Поэтому совсем чуть-чуть пахаем данного оборудования, так скажем. Ну, то, что есть прицел вот этот, это удобно на самом деле, да, да. Вылази. Все? Еще кто-то есть? О! Нате в борщ, нате в щи, как уже и повторял ранее. Где ты? Падай. Опять пропал. Ну это магия вне Хогвартса, я отвечаю, какая-то. Да я тут всех положил, что надо-то сделать? Уничтожьте наемников. Что выше? Я же уже всех, все. Нет? Где еще-то? Пацаны, куда стрелять? Я занял высокую позицию. Че я с ПНВ бегаю? Может так видно лучше? Может быть. Да блин, я весь кипиш пропускаю. Ну ладно, че. Пока полутаю ящики. И че? Где хоть что-нибудь? Ни одного этого. Припаса не выпало. Ой, чуть не помер, извиняюсь. Заметил опять же. Как-то вообще не обращаю внимания на здоровье. А надо бы. Так-то. Дайте еще побабахать с веселого оружия. Я так, чуть-чуть. Всем капельку. Че, пацаны, продвигайтесь, я же это... захватил. Все, тут больше никого. Только я. И вы. Да? Да. Что вот здесь вот надо подлутать что-нибудь? Хрена? Ни хрена. Спасибо. Ну так чё? Не, кто-то есть. А где он?
Он где-то в жопе шарится в какой-то. Из-за этого не дает выполнить квест. Алло. Дядь. Ты где? Это вообще за базой там ходит. Так, а. Секунд сраный. Сейчас все будет, пацаны. Решим вопросик. А с кем он перестреливается? Там же пацанов-то нет. Блин, это все-таки территория завода была. Ё-моё. Опять в обход идти. Пацаны там разберутся уже к тому времени, как я дойду. Такими темпами мы реально никуда далеко не уйдем. Надо как-то выгружать, уже решай, с чем я буду ходить, с чем я не буду ходить. Можно глушитель так разрядить, наклонить глушитель, выбросить, глушитель насоединим. Все, ты труп. Пипец, тут столько народу, они не могут одного парня найти и угандошить. Эх, гранаты подешевели. Да? Почем сегодня? А как мы его там убьем-то? Лови лимончик. Подожди, он высунется, я его убью. Блин, заклинило. Блин. Он там... Ведь его никак оттуда не достать по-другому. Нет, можно, я придумал. Гениальная тактика. Полов навалило. Кайфам. Вот пацанам счастье будет, сейчас облутаю от всех. У них будут теперь... У всех натовские. То, что у них вот эти вот раньше были. Какие-то ни о чемные. Вот теперь солидные, скажем. Но они тут будут сейчас реально до бесконечности пытаться друг друга убить. Так и не убьют. Пока я не вылезу отсюда, га. Могу. Давай. Сейчас все не захочет. Где ты? Наш тебе лимон. Один есть. Он прям подо мной ходит. О, есть. Получилось. Подонки, которые положили столько наших ребят, уничтожены. Вот все. Так. Кайф. Бойцы свободы, мы еще раз показали класс. Все, выкидываем вот это барахло. И это выкидываем барахло. Секундочку. Так, ребят. Ну че, где мой проводник? Это ты? Нет, это ты. Здорово. Вот мне лапкой машешь, стоишь. Куда можешь меня отвезти? Мне надо, пожалуйста, ангар дядьки Яра, да. Пожалуйста, мне. Хочу я закончить работенку. Получить поздно грожди. И в принципе, да, как бы на этом мои планы на сегодня заканчиваются. Буду думать, что делать с оружием. Подходи! Которое... Которая, ну, как бы мне причитается вот, вот, эй, сталкер, вот это пошел? И вот это. С дружбайкой-то, наверное, буду точно уже прощаться. А насчет винтарика... Ёпта. Винтарикам уже надо будет, да, что-то не делать. Либо тоже прощаться, о, либо... Чем и прощаться тоже. Хочешь деньжат заработать? Не, хочу здоров, пушки парень. Починить, улучшить. Что тут? Это починить. А, блин, вот это бы... Удобность прокачать, да? Да. Пофигу. Скажи, я чё качаю? Вот это, да? Минус отдача тут. Отдачу. И давай вот это. Это что такое? Увеличить магазин, а там мне не надо. Калибр на 5.56 поменять? Нет, не хочу. Ой, нормальный. 5.45. Магазин расширить. Вот на стильность бы я... Можно и вот это прокачивать. Правда, это стоит дорого. Давай пистолет еще докачаем с тобой. На отдачу поменьше.
Точность побольше. А это чё? Калибр 9.19. Нет, я такой не хочу. Это говно. Починить все? Да, все, ребят. Все починил, все с кайфом. На этом с вами будем прощаться на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если понравился данный видеоролик, поддержи меня лайком, подписочкой на канал, комментарием. Всем до новых встреч.